Здравия желаю. Итак, сегодня провел первую пробу. Подключить удалось на 90 ватт напряжение подать. Вот. Значит, вот отсюда вот ящик всего подал напряжение. Дальше. Выход вот на лампочке, который за шкафом. 6 лампочек. Ну, я вчера показывал. Что показали замеры? То есть реле пока одно. Одно реле. Попробовал на одном. Потому что второе не удалось сделать. Вот. Сейчас я вам покажу, что показали замеры. Так. Вот она. Так, замеры вот так показали. Общий расход проверял по счетчику. Вот поэтому. Он не врет. Уже его проверял не раз. Общий расход. Значит, подал сети на пробу. Мне важно было узнать, работали с одним реле, будет работать. Потому что я вчера до этого показывал с двумя реле, но это посчитал. Арифметически вроде выходит, что и с одним можно работать. А второй реле не удалось, то есть надо заказывать. Вернее, реле у меня есть твердое тело, а часов нету, чтобы поставить. Видите, надо поставить 0,1 секунды. Ну, значит, на одном реле сегодня запустил. Для пробы в сети. Что получилось? Значит, 90 вольт было на приборе, это вход 90 вольт. А вот у меня тут вычисление. Так. Значит так. Значит, 90. Значит, тут получается 88 берет система. Вот, система вся. Ну вот этот мотор. Ну тут еще нагрев, когда 90 подаешь, 88 берет она. Все точно как рассчитано, видите, мотор лишний не берет. Лампочки там могут, вот эти вот соединения могут, мотор нет. 225 у него, даже по напряжению можно считать. Посчитал по счетчику, значит получается общее 179. Значит, вот у меня записано. Общее по счетчику. Значит, 6 лампочек, мотор этот крутит генератор и выдает ток. Полное потребление 179 ватт. Так, значит, я отделил, значит, когда это выключил, посчитал общее 179 ватт. Потом взял лампочки, отделил, включил их отдельно. Подал, значит, на лампочки 60 ватт, выход какой был. На 6 лампочек подало 60 ватт. И у меня вышло 91 ватт потребляет 6 лампочек. Если напряжение 60 ватт. На 100 ватт лампочки. А общее у меня 179. 179. Итого, значит, у меня остается на это, на мотор 88. То есть на 3 меньше. Что же у меня вышло тогда в итоге? Как вчера показывал, значит, реле стоит, реле включено, замкнуто, пошло ток. Значит, здесь 88, это совершенно точно, может, перепроверял 10 раз. Плюс 91, тоже перепроверял, значит, отдельно их подключал на 60 вольт. То есть выход был, здесь вот выход, 60 вольт. Так, в сумме, значит, получилось 179. Ну, можно еще перепроверить, вот. 88 плюс 91 179 в сумме. Это первый так, значит, потребляем 179. Здесь 88, здесь 91. То есть больше здесь на 3. Второй так. Здесь отключается на
Значит, отключение на 0,1 секунды. Отключается на 0,1 секунды, потребление здесь 0. А здесь напряжение не падало, так как была инерция. То есть напряжение так и было 60. При включенной, при замкнутом реле 60 на выходе и при разомкнутом здесь 60 на выходе. Значит, получилось второй такт 0,91. Что у нас получается? Значит, 88,91, 179 вот здесь получилось у нас. Дальше здесь 0,91. Значит, 91, 91 два раза, 182 ватта. И 179 мы затратили, то есть получили 182, а затратили 179. Значит, получается плюс 3 всего. То есть этого мало. То есть я буду увеличивать, значит, напряжение. Но напряжение было слабое, то есть я еще не подобрал. Ну, это я как бы пробное. То есть надо, значит, чем больше напряжения, тем будет больше инерции. То есть завтра, послезавтра, наверное, уже сделаю, подберу этих. И видите, на это самое, на переменный только если подать. У меня нету этого. Реле, у меня реле специально постоянный ток выписывал. Поэтому завтра, послезавтра подам, сколько наберу. Ну, вы примите ли, я как бы соединяю последовательно. Но надо, чтобы они и потоку, если их потоку не подберешь, они, значит, друг друга глушат. Вот, то есть подобрать вольт 200-220 постоянки. Да, я думаю, будет лучше. Но сейчас результат, значит, плюс 3 вольта. Итого, значит, у нас КПД. КПД, значит, вот такой. 100% плюс 3 ватта. 3 ватта от 179, вернее, ну да, 3 ватта от 182 даже, который выходит, выход 182, вход 179, так получилось, плюс 3 ватта. Значит, получается, на калькуляторе считаем, 182. Так, разделим на 100. Блин, что такое? 182 разделить на 100%. 1,82. То есть плюс где-то меньше 2%. Сейчас скажу точно. 1,82. 3 разделим на 1,82. Значит, 1,64%. То есть общее КПД 101,64%. Это мало, потому что это только для его работы, она даже для двигателя, может, пойдет. То есть он вполне будет ворочить какой-то мотор, он дает 88 ватт. Ну, это какой-нибудь велосипед, допустим. На велосипеде пойдет он. Вот. Там же еще инерция будет, то есть вполне. На велосипед можно это ставить. Но для генератора это мало. То есть получается всего 3 ватта выход. Потому что для генератора надо обратно отдавать все это. То есть как пойдет, как мотор пока. Но мне надо генератор. Значит, надо вот завтра, послезавтра буду, значит, наращивать. То есть это было пробный. Но, как говорится, пробный шар есть пробный шар. Но, тем не менее, результаты обнадеживают. Все-таки получили больше 100% КПД.